Это будет охуенно. Да? Еще как. Please stand by for our broadcast from the National Emergency Warning System. Камеру испугался? Ты теперь звезда? Тебя всегда будут преследовать камеры? А потом как в этом. Да. Как в этом, блядь, Юлия. Ну, не очень часто. Еще раз послушаю. Да. До этого так кусок послушаем, да. Я. А, вот здесь? Вот тут. Пи-пи-пи-пи, и потом это... Эрик! Я пока струны не менял, чтобы он их лишний раз не стоял, ну, потому что в зависимости от того, что он настроил. Замонтируем DVD потом. Будем Леху шантажировать. А? Будем Леху шантажировать. Он там, когда играет Blast Beat, челюстями дергает люто вот так. И говорит, блять, только вот этот кусок типа никуда не выкладывайте, где я Blast Beat играю. Пиздец. Вообще ржачно. Но мы все равно его выложим, конечно. The bridge, basically, is where we're gonna record the fucking track. Right. Который вот один и три воды. Или бада-бада-бада. Который. Ну вот это, да? Да, оно еще как-то так, блять, размазывается. Вот это как круто. Да, вот эти вот. Как-то ничего там получается. Ну давай его переиграем. Да. Контролируй меня. Напиши этому. Басисты бодикам. Басисты бодикам, блядь. Я
Я истыкал топливо. Пизда, потом нарежем видосик, блядь. Обожаю такие видео, где там чуваки типа что-то делают, блядь. Умные в студии. Жалеть немножко аутистически. Давай послушаем. Телефон нажали, что пишем. Fire. Давай. Все, нормально, давай. Буду оттуда же. И... The further war of a vision before the fact gonna be the fact. Слушай, а ты в точках, короче, так и будешь играть? Без, нет, вторая без чёса? Вторая у меня будет с чёсом. А, я думал, просто это с чёсом. Ну, я, короче, в той теме я сделаю эту с чёсом, а в этой теме я сделаю другую с чёсом, чтобы по-разному было. Ну ладно. Я просто думал, что типа эта гитара будет типа жизнь. Все по-разному. Я все подумал. Next, please, please. А давай с этой строки, которая там есть. Я прям с нее искру. Дальше, там получается строк после нее. Ooh, very fucking hot, dude. Тебя я могу выжать? А что ты вот меня сейчас, ну, приведи сюда 10 негров, скажи, там я тебя выебу. Но ты сыграешь в дубль, я не сыграю все равно. Потому что я уже буду на том думать. Да, класс. Одни буквы? Да. Ну хуй я все время снимаю, меня там вообще не будет жить. Никитос с каменным лицом всегда, чё, короче. А, я там можно самое. Да. Бо-бо-бо там.
что из такого звук. Короткая ритмичная просто фраза нужна. Я была выйти. Можешь выдохнуть, я видео снимаю. Скажешь пару слов на камеру? Ну, было круто. Как я записал, полтора часа. Ну, где-то так, да. Заставлял барабаны. Полтора часа. Солнце теперь. Можно в Амстердам отправлять? Прям можно. Заебись. Блин, заебись. Я прямо счастлив. Я тоже. Заебись, главное. Сегодня я должен был настроить звук, но на тебя нихуя не видно. Одним дублем, хоть меня не видно, пускай будет слышно, и на записи меня будет слышно. Одним дублем я записал все 4 песни. Уйди от меня. Все песни длятся 15 минут, я записал их за 10 минут. Молодец. Да. Одновременно. Одновременно, да.